Полное описание и точная дата выхода 104 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 104 серия сериала выйдет в эфир 19 мая. В новой серии мы увидим, как Баран и Дилан прекрасно проводят время на ферме. Наблюдая за ними, мы тоже им завидуем. Баран и Дилан выглядят настоящей парой, благодаря тете Береван. Тетя Береван считает, что Дилан и Баран дуются. У нее есть идея, как объединить пару. Она заставляет дуэт работать без остановки и делает их ближе друг к другу. Дуэт очень хорошо проводит время. Баран целует Дилан в щеку. Язык Азаде повсюду, даже если она сама не в себе. Хотя она хочет, чтобы Баран был счастлив. Все, о чем она заботится, это Дилан. Даже Береван хорошо знает, какой характер у Азаде. Кадер застает Ферата со своей дочерью Гюль. Кадер будет сильно возмущен этой ситуацией. Хотя Ина и говорит дочери, что ее используют. Посмотрим, сможет ли она удержать дочь подальше от Ферата. Дилан выглядит так же, как мать Барана Айтен. С обложкой, подаренной Береван. Баран настолько впечатлен, что не может смотреть на лицо Дилан. В итоге план Береван удается. И Дилан, и Баран оказываются на одной подушке. 104 серия сериала выйдет в эфир 19 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.